детстве очень часто сама с собой разговаривала. Ну, то есть это не сумасшедший дом, а просто я придумывала какие-то истории абсолютно. Я приходила и рассказывала то, что вообще не происходило. Но я абсолютно в это верила. Я вот прям вот до сих пор, можно подумать, конечно, сумасшедший, но мне кажется, что я видела на лоб. Я рассказывала маме в деталях об этом. И мама как бы слушала, как бы понимая, что девочке уже больше 10 лет, и как бы это не психушка. Но как бы я правда в это верила. Я, наверное, импульсивный, с одной стороны, человек. Взрыв. А потом я такая долго, очень спокойно и спокойно. Стараюсь... Не ссориться, потому что все равно понимаю, что потом помиримся. Ну, то есть смысл тратить на это силы. Но это, конечно, так вот в теории. Я бы, наверное, вернулась где-то вот лет 18. Вообще ничего не стеснялась. Мне никто не смущал. Был какой-то такой юношеский максимализм. Я общалась со всеми ребятами с театрального. Кто-то поступил в «Щуку», кто-то в «ГИТИС». Я слушала эти рассказы. Я говорю, ну, хотя бы на какой-нибудь эпизод попробовать. Я не знаю, ну, на что-нибудь. Я ходила по каким-то эпизодам. Я помню даже, что я пришла на киностудию Горького и знала, что режиссеры страшно не любят, если ты учишься в какой-нибудь финансовой академии, а не в театральном. Но я прямо ему рассказала, что я учусь во ВГИКе на таком-то курсе. И вот я говорю, только первокурсница, мне все дико интересно. И потом мне дал роль. И в итоге я снялась в этом фильме, и в конце я ему сказала, вы знаете, я вас обманула. И он был в таком шоке. Но я понимала, что если я скажу, что я из финансовой академии, никогда меня не возьмет. Поэтому, в принципе, вот эта игра на грани в жизни и в кино, она мне очень нравится. Я так, видимо, поверила в то, что я студентка театрального, что и режиссер мне тоже поверил, сидя вот так, как с вами сейчас. Мне все стыдно за эту историю, я сейчас вспомнила просто ее. В актерской профессии вот проба — это то, что я больше всего не люблю. Я помню, что я захожу уже одетая как на самолет, там в джинсах, как в каком-то свитере, а там такая гламурная охотница, как они так ее охарактеризовали. И они говорят, ну, да, спасибо, я вижу, что как бы не работает. Все ужасно, завязываю с этой профессией, нужно чем-то другим заниматься. Я говорю, вы знаете, у меня там в машине чемодан. Можно я переоденусь и сыграю ту же самую сцену, но в платье? Она говорит, вы же опоздаете на самолет. И я понимаю, что либо пан, либо пропал. Я захожу в этом платье, я сажусь, сцена идет по-другому, партнер, с которым я играю, абсолютно по-другому на меня реагирует. Если бы не это платье, мы бы тебя не утвердили. Никогда не боюсь меняться, ну, как бы поправиться, там, подстричься, это все ерунда, как бы это все внешние такие оболочки. А даже каких-то других вещей, я не знаю, я, наоборот, люблю очень эксперимент. Правда, подарок судьбы, что я могу заниматься любимым делом, приходить на работу с удовольствием и возвращаться домой тоже с удовольствием. Бывает, режиссер там объясняет задачу, все говорят, все делают, вроде все разложили, но вот что-то не получается. А бывает, просто режиссер говорит, а пойдем кофе попьем, пойдем. Ты знаешь, вот у меня такой случай был в жизни. И начинает рассказать какую-то историю. Потом он, пойдем, вот он увидел в тебе, пойдем на площадочку играть. Мне кажется, чем насыщеннее и плохо, конечно, чем драматичнее жизнь актера в его собственной жизни, тем больше ему есть что рассказать на экране. Не бывает у меня такого, что вот, как многие актеры говорят, фу, камеру, мотор, стоп, я выбросил и пошел. Ты много в работе играешь, психика, конечно, расшатана и отражается все это на близких. Мне даже муж уже говорит, а ты можешь играть какие-то такие позитивные роли, не депрессивные, потому что все равно ты приносишь это домой. Самыми большими как бы какой-то болью, наверное, своей, это, наверное, очень плохо, но это свойственно, наверное, многим актерам, потому что когда мне что-то очень больно или какая-то ситуация, которая выходит из разряда, как бы я не могу сделать ничего, и очень тяжело в этот момент. Я вот как бы уже все, опустились руки, и я понимаю, боже мой, и в этот момент я думаю, какой бы сейчас был красивый кадр. И это отвратительно. Люди меня чаще видят совсем другой, нежели я есть на самом деле. Потом говорят, о, Янка, на самом деле это другая. Ну, как интересно. Наверное, бежать, когда ко мне несерьезно относятся. Хотя, наверное, я сама обусловлена тем, как мой такой амплуа, блондинка. Ну, правда, я на самом деле серьезный по жизни человек. Когда невозможно пробить эту стену, это вот обижает. Пытаешься как бы что-то доказать, и вот, наверное, с опытом сейчас приходит, что, в принципе, бывают люди, которым невозможно что-то уже доказать. Но я не могу, мне очень грустно прощаться. Я не умею говорить «прощай». Правда, это, наверное, какой-то вот такой слабина такая. Я люблю запах роз. Вот просто ну, не могу, потому что там, когда умерла моя бабушка, было много роз. И вот сейчас запах роз меня просто начинает воротить. Вот видите, сейчас мне нужно сменить тему на что-нибудь другое. Интересно, что будет со мной лет через
10, не знаю, как я найду правильный баланс, так как я сейчас стала мамой, как я найду правильный баланс между... Потому что очень хочется сниматься, очень хочется работать. Тема карьеры и семьи. И какая чаша перевешивает. Наверное, для меня все равно важнее семьи, нет ничего. Я видела артистов, которые там для того, чтобы сыграть сцену нервную, специально перед кадром ссориться там и с кем-то там, с какими-то ассистентами по актерам, почему-то мне принесла чашку, которая вся в каких-то пальцах. Ну, мне кажется, это низко, правда. Это правда очень низко. Ну, то есть не об этом наша профессия. Правда.